Всем привет! Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. И у нас ретро-стрим uh, Call to Power 2. Uh, первая часть серии называлась Civilization. Двоеточие uh, Call to Power. Это игра выходила между второй и третьей цивой, когда права на Civilization выкупила компания Activision. И к этой цивилизации Сид Мэр не имеет никакого отношения. Это была альтернативная цива. Поэтому во второй части, например, нету слова Civilization, потому что на нее это уже права не распространялась. Просто Call to Power 2. Когда-то я давным-давно в нее играл, и решил вот сейчас к этой альтернативной Циве вернуться. Вот у меня только... Я волнуюсь, будет ли она нормально стримиться, честно вам скажу. Потому что... Ну, вообще, вот эти все старые игры, с ними со всеми проблема в плане стрима. Давайте я, наверное, сейчас включу... То есть, во-первых, мы будем захватывать дисплей, а не... Саму игру. Так, вот сейчас я включаю игру. Ага, uh -huh. картинка вроде как появилась. Да, игра старая 2000 года. Да, запись на канале будет. Мистер Лихоне. Привет. Приветствую всех в чатике. Так, вроде видно пока. Я не знаю. Ну, давайте новую игру начнем. Давайте в чате пишите, кого мне выбрать. Вы сейчас видите на экране. Ну, версия на английском языке, кстати, версия гоговская. То есть это не э, какие-то там, знаете, пиратские штуки из Гога. Вроде как оптимизированная под современные э, системы. Но, видите, уже э, вот изображение... Вроде как разрешение 1920 на 1080. Что меня, вот, меня спущает, что почему-то курсор подтормаживает иногда. Но картинка уже такая, вот квадратик маленький в центре. Вот, да, вот, ну это такое разрешение. Не знаю, мне кажется, все-таки сама игра будет на полный экран. Так, за кого мне сыграть? Что, Куба есть? Серьезно? Хосе Мартин, главный лидер. Так, ладно, предлагайте, за кого сыграть. Мне кажется, наверное, за Россию имеет смысл. Но на самом деле... Как вы проголосуете, так и будет. Эфиопия, мне Эфиопия пока в шестой циве хватило. А, кстати, а тут она есть? D... да, есть Эфиопия. Так, ну у нас будет лидер Лёша за terrible. Пока. Я сейчас посмотрю, за кого тут проголосуете. Россия, викинги, Зулус, Турция, Англия, Россия, Франция, Турция. Россия. Электрочеловек. Давай ты один раз напишешь Турция. Потому что если ты четыре раза... Ну ладно, я, давай я тебя просто забаню сразу, чтобы ты... То есть, понятно, что ты по, походу не особо вменяемый. Так. Турция. Россия... А, Польша. А тут есть Польша? Да, есть Польша. Прикол. Подожди, и евреи есть? О! Давайте я за евреев, ребята. Тут единственная цифра, где мне дают за евреев сыграть. Я хочу за евреев. Ну, слушайте, ну... Я за евреев, все. Так. Как бы мне себя переиначить тут? А, халец, халецкман. Ну, как-то неприкольно. А, как вот... Вся... Вообще, вы знаете, что у евреев как бы фамилий-то не было? Это ввели их в Российскую империю, когда они должны были фамилии создавать. И вот э, у них, собственно, создана фамилия искусственная в некотором смысле. Лешит. На идише играть, а почему не на иврите? Иди. Знаете этот стишок? Баян от Губермана. Меня... Спросили на иврите. Вы на иврите говорите, а я в ответ на чистом идешь. Ты что, придурок, сам не видишь? Халец Гройсман. Ну, блин, ну тут Гройсман получается отдельная фамилия. Халецкий само по себе звучит, блядь. Ну, вообще-то Халецкий это польская фамилия. Че, я все-таки считаю, что она белорусская. И это от деревни Хальч э, в Гомельской области. То есть вот все халецкие это типа те, которые жители деревни Хальч. Равина Алёша без фамилии. Ну почему сразу Равин? Это не обязательно же. Во-первых, не Равина, а скорее Раби Алёша. Это... Какая разница? Ну как разница? Ну ты как бы... Ладно. Э, давайте, может, есть какой-то аналог имени Алексей в, в... Этой, в еврейской, То есть, вот знаете, когда люди переходят в иудаизм, они берут себе имена определенные. Может, кто-нибудь погуглит, как может быть Алексей на иврите или на Идише? Халициллер, ну такое. Халицман. О, Халицман, да, кстати. Халицман, ничего так. Халицман. Халицман, да. Но опять же повторю, э, у древних иудеев не было никаких фамилий. Вот в чем чё, дело. Халицберг уже больше такое немецкое все-таки. Вот Халицман нормально. Алиф. Ну, Алиф это просто первая буква алфавита. Халицман. Не, вот Халицман, ладно. Халицман, это, знаете, чем-то похоже на э, Кацман, Халицман, вот это. Короче, Халицман оставляем. Нет, ну то, что Алексей греческого происхождения я знаю. Возможен прямой пере перевод на иврит Маген. Маген Давид. Ну, ладно, уже Халицман оставлю. Давайте уже начнем, наконец, за евреев. Ну... Как то как-то не начинается. Ну, блин. Начинается. Ладно, Давида оставим на всякий пакет. Все равно не начинается. Голда Мэр, кстати. Да елки. Да как так-то? Блин. А, ну тут все, вообще уже все кнопки не работают. Может как-то... Ща, ребята, что-то... Что-то... Видимо, что-то случилось. <связывая> пока денег не дашь, не начнется. <связывая> да не, я уже, видите, попробовал даже просто если переключить, например, на Россию. Все равно. Это, тут вообще никакие кнопки больше не работают теперь. А, -а, -а фу ты, блин, ребята. <связывая> Сорян. Это вот воп к вопросу, когда не... не очевидный интерфейс. Тут надо выбрать имя, а потом close нажать. Тут же еще дальше мы выбираем. Так, сложность. Ну, давайте все-таки на среднем, потому что я без понятия, какая тут сложность, честно говоря. А, ну... Нет, давайте землеподобный мир, то есть ну, цилиндр, чтобы был. Цилиндр. Сколько всего империи Ну, я люблю побольше, конечно. 8 Размер, давайте, гигантское. правило Да, тут, конечно, офигительные правила. Так, э ну, этот, загрязнение включим. А вот что такое жажда крови? Это Bloodlust. Без понятия. Так, карта. Э влажная, сухая, средняя, теплая, холодная, средняя, больше океана, больше земли. Давайте здесь тоже среднее поставлю. Ну, то есть, это, вот эта земля подобная, на самом деле. У нас же 30% суши, 70% океана. Ну, там, на самом деле, что-то 32 на 77, по-моему. Ой, 32 на 67, по-моему, как так. Ну, ладно, я оставлю вот. Тут больше с континентов. Мне больше нравится, когда континенты. Uniform и diverse, то есть... Разнообразная, либо однообразная, вот я бы так это перевел. Ну и тут средняя мало. Это, видимо, этих ресурсов тоже. И просто среднее поставлю. Так. Никаких сценариев не будем выбирать. Вот теперь можно. О, о, понеслась. Отлично. Так. Я так понимаю, никакого приближения, отдаления карты тут нету. На всякий случай. Давайте проверю. Наверное, давайте, во-первых, перемещу свою рожу Потому что она закрывает, как я вижу Так, вот отсюда В центре, я думаю, не будет мешаться Дальше Жажда крови то ли воинственный то ли вообще Ну, давайте не для этого прохождения уже да блин. То ли у меня что-то с мышкой, то ли это здесь. Ну, смотрите, я... Так, хорошо, давайте проверю атак. А, здесь все нормально у меня. Почему-то в игре мышка прям... Ну... Что происходит? Что происходит? Так, зум in zoom out, плюсик-минусик. Не, смотрите, я просто, я просто не могу мышкой практически никуда перейти. Что за фигня? Ладно, сейчас попробуем как-то. Ага, zoom-out есть, а вот zoom in это максимальный, к сожалению. Ну ладно, давайте основывать город. Во-первых, мне было бы интересно, какие вообще способности у нас у евреев. Да, все, конечно, очень мелкое. Прямо скажем. Нет, это не от фанатов. Это от Activision. Была цива между второй и третьей. Это не Sid Meier's Civilization. Это просто Call to Power 2. Ну. Я не знаю, хорошее ли это место для города. Может мне прямо на реке надо. Оно, конечно, больше похоже на... На вторую циву чем на третью Сити менеджер это перемещение кто в call power играл в игре не ну какая разница на шарике не на шарике просто очень а знаете я понял вот когда я медленно двигаю мышкой, она нормально. Как только я быстрее хочу как-то двинуться, она сразу замирает. Такое ощущение, что ей не хватает чистоты дискретизации, чтобы посчитать быстрое перемещение. Ладно, давайте, в общем, основывать город. Фиг знает. Что мы в Иерусалиме будем первым строить? А в чем разница между гоплитами и воинами? В защите, я так понимаю, да? Да. Защита 15, а у воина 10. Ну, давайте. Construction started. О, боже, нифига тут ощу... Эти... Озвучка. <звучка> так. Строение. Есть амба. Ну, как бы долго я бы с гоплитов начал. И чудеса есть Рамаяна. А что за великая библиотека? Это, видимо, местная цивилопедия. Боже, какое все мелкое на таком разрешении, конечно. Хорошо, я бы хотел почитать про цивилизации. Где они? Это исследования. Это улучшения. Это юниты. Земля. Товары. концепции. А типа про цивилизации, они что, все одинаковые, что ли? Вы хотите сказать? Так, и кто у нас? А, у нас уже один гоплит есть. Или это строится гоплит? Это, по-моему, гоплит как раз. Этот еще один сетлер. У нас два сетлера. Все, у него два хода. Или он еще может ходить. Или у нас авто, автозавершение хода. Блин, это что, уже чьи-то границы, что ли, синие? Кто знает иврит? Он на иврите говорит? Или на идише? Говори! Такое что это вот синие уже чьи-то границы. Так, надо не быстро мышкой двигать, тогда все нормально происходит. Так, 8-7, F7 это у нас будет дипломатия. F1. Боже, тут какая-то еда распределяется. Кстати, в этой игре, что я вспомнил, тут нету рабочих. Тут э, какая-то Тут накапливаются очки рабочих, которые вы потом можете тратить на улучшение местности. Может, какой-то инвентарь есть. Специалисты. Фиг знает пока, как, как этим пользоваться. Не, подождите, это не границы. Это, 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 это знаете, что это по ходу наши границы, которые в каком-то отделении от города находятся. Это не, город, это не границы города, это границы скорее империи. Почему только они синего цвета? Первая колту пара была удачнее, второй почему? Табари. О, у нас тут табак будем обрабатывать. Ну, явно э, расширение границ будет, как и... Подожди, это все? То есть он что, 10 ходов походил? Фига себе, первый ход у тебя. Нормально. Только щас... то есть только сейчас конец хода у нас происходит. А кто-нибудь видит количество ходов у юнита вообще? А, все заканчивается. Что, не пойму. Почему до этого был автоматический конец? Building complete. Так. Гоплит готов. Я бы еще одного, наверное, сделал. А он тут автоматом, он гоплит нарисован, что строится. Очень интересно. Исследуем баллистику, кстати. А между прочим, а где тут э, дерево технологий? А его тут нету. Тут просто выбираешь. Ну, это как вторая цива, кстати. Дерево технологий впервые и в третьей появилось. Синим культурные границы. Да, видимо так. Не знаю, джедай пишет, что это не еврит Ну, пускай... А, это агрекалча уже исследовано. Так, давайте что-нибудь, чтобы побыстрее. Вот... Стены, пирамиды... Пись... Письменность вообще ничего не дает, просто следование к следующей техе. Ну, давайте обработку камня все-таки откроем сначала. Тут там баллистика 40 ходов. Так, теперь меня все-таки интересует мой город. Он То он как-то в одного жителя меня это не устраивает. Хотя не уже два жителя. А где рост? А, вот, вот, смотрите, вот так мы распределяем э, рабочих, например, двух жителей фермеры, и тогда э, тут накопятся очки. И, по, не, вообще по-моему это специалисты. Блин, а как тут, как рабочих тут делают? Кто-нибудь вспомнит? То есть тут не рабочие делаются, а вот как-то ты. Вот, вот тут, как бы сейчас это два рабочих, то есть они накапливают какие-то очки. Ну, гоплет строится, пускай строится пока. Потом я, наверное, амбар построю. Плюс 10% еды защищает от голода в течение пяти ходов. А. Светилище счастья просто. Ну, пока не будем светилище строить. Так, ладно, со строительством понятно. Это можно здание, видимо, тут продавать. Юнитов тут нету. Эта игра была, опять же, все, кто говорят. Потому что она вне это не Сид Мэрс Civilization, понимаете. Когда Microprose обанкротилась, там, не знаю, распалась, это издатель Цивы, 1 и 2, не было понятно, что там будет дальше, и. Владелец прав на цивилизацию продал права на слово цивилизация в игре Activision. И под руководством Activision какие-то ребята создали вот эту игру Civilization, двоеточие Call to Power. Э -э она была между второй и третьей цивой. Не просто обрабатывают клетки. Хорошо, как клетки-то обрабатывать? Как-то ж это накапливается и как-то ж это обрабатывается. Ой, это горы такие, что ли? Да, конечно, сейчас с таким разрешением... Очень странно играется. Ну, где город-то ставить второй? О, это, наверное, руинки какие-то будут. Я там что-то найду интересное, мне так кажется. Наемники присоединились к нашей империи, это у нас войны. Наверное, тогда мы будем войнами дальше ходить, а гоплитов можно будет во второй город отправить. I will do as you ну, они, походу, по-английски разговаривают. Блин, тут какие-то степи тупые. Вообще нигде не хочется стоять. Это же степь. Да, ну, плейнс, равнины. Так. I will do as you command. Ну, выглядит, конечно, сейчас все немного... Сейчас даже вторая цила приятнее выглядит, потому что она на, на винде как бы сделана, и она сейчас скалируется очень неплохо. А вот это... I will do as you command. О, еще. Кстати, обратите внимание, что здесь прикольно. Здесь руинки сделаны как бы вот этими древними всякими Стоунхенджами, вон этими головами. Муаи, как они называются Блин, ну где город-то поставить? Может, тут поставить? Хотя по реке он быстрее ходит То есть реки как дороги as you command. Блин, это as you command Меня раздражает уже, честно говоря а где музыка, кстати? Почему-то музыки из игры никакой. Блин, какие степи, как тут, как тут расселяться вообще? А, есть какая-нибудь музыка? sound, Ну, music volume есть, но самой музыки в игре почему-то не звучит. По какой-то причине. Так, ладно. How about here? I will do as you command. Uh, странствующие кочевники присоединились. Еще один поселенец. Ну где-то давайте, может, на побережье тогда его поставим. Building complete. Так, этого оставляем в городе. Какие у нас тут? Вот это фортифай, да. Этим гуляем. Блин, сплошные какие-то. Степь. Сплошная степь. Ну, как вы думаете, какой второй город будет? Я думаю, какой-нибудь Тель-Авив. <звы> Нет, Хеврон. А, ну, я сюда сейчас приведу гоплета. Давайте тут сразу... Амбар, наверное. И все-таки, как? На музыку лицензия кончилась. Так там разнообразие, практически последняя рисочка была на самом деле. Так что поэтому я и удивляюсь. Ну давайте на море где-нибудь вот тут, наверное. Ну тут вообще, нет, давайте вот тут, где он стоит, собственно, и поставим. город. тут хотя бы слоны есть. Е и Ерихон. тоже значит, с гоплета, Потом амбарчик. Пошли тогда там вверх. Смотри, чтобы никого рядом не было. Еще Стоунхендж. Миллион Стоунхенджей по всей планете разбросано. В общем, если я мышкой двигаю не быстро, тогда нормально. О! Открыли Стоунворкинг. Что мне это дает? Стены можно строить, пирамиды. Хорошо, а... Да, конечно. А что бы мне такое 19. Смотрите, юниты, рабы есть. Что за рабы, интересно. 12. Ну, наверное, письменность открою. А что мне надо, чтобы обрабатывать э, табак и слонов, например? Да вообще, как мне обрабатывать что-либо? Вот это я, я так до сих пор не могу въехать. Так, амбар строится. Вот этот значок, видимо, означает, что тут юниты есть. Мне бы, наверное, и в Хеврон надо все-таки довести моего... Моего... Гоплита. Да, Иерусалим до трех вырос. Слоны ничего не дают. Ну как, наверное, все-таки... Какие-то ресурсы... Это лучше, чем просто степь. 204 золота, отлично. Наверное, на что-то можно было бы потратить. Так, это сообщение. Диплома... Ну, с дипломатиями я просто не с кем тут общаться. Это юниты. коммерция так это наверное что-то типа налогов вот публичные работы вот это кстати влияет на но как оно где оно копится и как я их потом могу использовать Может быть, специалистов стоит делать. То есть, видите, просто жители... Э, если я делаю фермеров, то у меня уменьшается приток науки, денег и производства. Но зато мы быстрее растем. А надо ли мне быстрее расти, фиг знает. Ну, давайте одного посадим в специалистов, предположим. Как клетки обрабатывать, блин? Кто бы мне сказал? Вообще такая мини-карта такая огромная, кстати. Так, это у нас города. Нашей страны. Караванов. Ну, я так понимаю, что Караваны еще только откроются, и тогда их можно будет посылать. Ну и библиотека, соответственно... Так, может посмотреть в концепциях. Инфраструктура, вот. Значит, индустрия может быть конвертирована в public works. Она используется для средства ферм, дорог и шахт и других улучшений тайлов. А, когда инфраструктура... То есть мы должны сначала инфраструктуру как бы построить в продукции, что ли? Но у меня же их нету. А где? Как-то написано, что добавляя инфраструктуру, не надо нижний правый угол. Вот это тайл. Ну. No. То есть это ферма. Так, и как ее добавить в строительство? А, можно форт построить, понятно. А это террафорт. Ну, мы только фермы, я так понимаю, пока можем строить. Так, и как их добавить в строительство? Зайти в город? Нет. Ну да, общественные работы копятся. Я тоже помню, что тут общественные работы, они копятся и как-то накапливаются. Ну, когда я играл, это как-то так очевидно было. Когда-то лет 20 назад. Ладно, давайте пока продолжим, а то я тут... Может, оно просто реально еще не накопилось. I will do as you command. Да, карта, конечно, цвета детской неожиданности тотальной. 150, а у меня 145. А где ты это видишь? В самом городе где-то смотреть? Где эти очки? Ну вот, походу, накопилось. Смотрите, вот сейчас я могу поставить. Но ну где, где вот эти очки накапливаются в итоге? То есть, они вот накопились, общественные очки. Я сейчас ставлю ферму. Ну вот, здесь будет 25 еды, 5 продукции, 5 коммерции. А здесь 25 еды, 15 продукции, 10 коммерции. Тут 30 еды, но 10-10. Слушайте, я, наверное, сюда поставлю. Так, я так понимаю, что она уже обрабатывается. Правый верхний угол. А, вот оно. Вот деньги, вот общественные эти работы, а это счастье. Да. Очень все очевидно. Ничего не да. О, слушай, так мы на юге находимся. Евреи около э, южного полюса. I will do as you command. Триста семь золота. Может мне скупать что-нибудь за золото раз такое дело? Ну хорошо, Total Public Works, а на каком уровне следующий? То есть они каждый раз, когда 200 накапливается, тогда дается? As да? you command. Оно же явно, явно не увеличивается каждый раз. Да, вот опять накопилось. Так, с, с, с этим важной штукой мы разобрались. I will do as you ну, как не, не улучшать... Так, наверное, надо уже не Иерусалим улучшать, а другие города. Иерусалим у меня и так хорош. As you command. Да, конечно, вот залазишь. А что это интересно, вот это за зеленая фигня. Это самоцветы, что ли, так нарисованы? Вот почему я, конечно, залазишь, залазишь на горы и дальше не видишь. Странно. Это завершение хода, да. Тут автозавершение. Может действительно убрать автозавершение хода? А... Вот это, наверное. А, слушайте, а вот, наверное, скорость мышки, если я увеличу. Да. Вроде теперь нормально будет двигаться. Ага. Уже не так тормозит, ладно. I will do as you command. 340. Нифига тут, конечно, этих... Падает. Денег постоянно. Ну что, давайте вглубь попробуем... <звук> степи сходить. Building complete. Ух, Еврон, отличный. Под кампус. О да, о да. Так. В Иерихоне Гоплит закончил свою постройку. I will do as you command. Интересно, я не знаю, на самом деле, как тут работает содержание юнитов. Наверное, это надо в экономике смотреть. Ну вот, кто там писал, что слоны ничего не дают. Я как раз могу караван со слонами отправлять. Когда я его построю. Это, видимо, где-то открыть надо будет. И вообще, только единственный караван может быть из Ирихона. Из этих городов нифига нету. Ну вот, сейчас недоступно. А следующим ходом, по идее, опять накопится 200, и мы сможем еще ферму построить. Нет, не накопилось. А, почему? а еще ход, наверное, идет. Да, еще ход. У меня вообще плюс получается 43. А почему плюс 43? Откуда у меня вообще эти 43 идут? Вот 42. Иерусалим. Видимо. Нет, тут 35. Фиг знает, короче, откуда. Так, давайте в какой-нибудь другом городе ферму. Как у нас тут 20, 10, 5. Тут везде 20-10-5. И тут, видимо, также будет, да? Да. Ну, давайте, наверное, и рехону улучшим. Он как-то медленнее растет. Ой, если хеврон. Медленнее растет, чем остальные города. As you command. I will do as you command. <звук> Вау, открыли письменность. Теперь можем дальше идти. Мессенри, uh, юриспруденция. Прям. О, oh, давайте строительство кораблей. Юнит Каракл можно будет строить. Там что-то интересные места какие-то, да? Мы открыли потерянное племя. Они хотят счастливо присоединиться к... А, то есть мы... Вот, мы тель сразу основываем. Офигеть. Просто на ровном месте. Ну, давайте с Гоплита. сначала закрыть надо. Construction И потом Амбарчик. Да, Тель-Авив на ровном месте. Так. По почапали дальше. Я так понимаю, что тут юниты в армии, кстати, можно объединять. То есть тут не совсем стэки, как было, а какое-то потерянное колено Израилева нашли полено. Колено Израилева. Building complete. I will do as you command. О, каких-то лучников. Так нужно по степи ходить, каких-то лучников находить для Рубин Гуда. Так эти вот что за... Это леса у нас. Так, и а что там за закончилось? Иерусалим построил амбарчик. Что-то вот желтым цветом горит. Что интересно, что значит желтый цвет? Типа максимум достигнут или что или как? Или не растет дальше город? 41 тысяча уже живет в Иерусалим. какой у нас год? Где-нибудь вид где год написан? Наверное, давайте еще Сетлера тогда. 197 ходов пирамиды строятся. 197. То есть до конца игры. О! Это кто? Это, походу, варвар. Так, как мне его атаковать? Видимо, только так. Мне кажется, сейчас мне варвар убьет того лучника. Блин, звуки кассы, конечно. В античную эпоху это смешно. А, вот как тут битва происходит. Я, ну, ну, Конечно, конечно, сейчас это все довольно. As you Боже, такие звуки. О, а что это у него прокачка какая-то появилась? Что это за у него значок? Промоут моут то ветер. Значит, означает, что он ветеран просто. Угу. Окей. Почему табак не забрать, не понял. Я думаю, тут будут увеличиваться границы. Отличная битва, да. Здесь важны стены, иначе может прийти стелс-юнит рабовладелец и украсть жителя. Потом можно построить юнит аболициониста и устроить бунт в городах, где есть рабы, да. Нет, тут есть много интересных особенностей. Особенно, я помню, тут есть одно чудо, которое дает очень крутые бонусы в конце игры. Но оно может, там какой-то, по-моему, искусственный интеллект, что-то с искусственным интеллектом связано. И оно может э, рандомным порядком просто поднять восстание в вашей империи. И оно, и оно у вас пополам, ваша империя пополам такая развалится и все. Границы не увеличиваются. Серьезно, то есть вот города вот в таких вот этих будут и все? Да, ладно. Игра двухтысячного. Интересно, мы вообще найдем хоть какую-нибудь другую цивилизацию? Я, конечно, огромную карту поставил, но и максимум цивилизаций тоже. В общем, я бы вот этим... Я бы его сейчас полечил. Как его лечить можно? А что еще это реформ сити? Грабить. Пиратская торговля какая-то. Выгнать. Реформировать город. Что за реформировать город? Как? А, а лечить как? <звук> 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 да, тут, наверное, вот этих ребят можно в армию объединить и ходить. Одним как бы юнитом, и они тогда будут круче биться. Буддинг Тем более, что лучник будет сзади. Так, Хеврон Амбар построил. А, желтым, наверное, светится, когда нет очереди строительства. Все, ясно. Ну, давайте... Давайте сетлера. Construction started. 57 ходов. Пожалуй, нет. Подожди, 50. А сколько там... Construction started. Сколько тогда ходов у меня в Иерусалиме он строится? 61, да, это я зря, походу. Ну, стены 41, как бы тоже долго. Поэтому давайте пока Конструкцион Наделаем никто As you command. не сказал, что у меня там эти миллион лет will. будут строиться. Колту пар неплохая игра, в нее пока не познакомился с третьей Цивой. Ну да, как бы для своего времени она была прикольная. И мне, кстати, просто периодически пишут в комментариях, а ты знаешь, вот Call to Power такая классная была, особенно вот под, под видео, под стримами второй или третьей цивы. О! Пукара! As you wish. Так, а вот как их, интересно, в армию объединить? Мы нашли какую-то цивилизацию, походу. Хотя, как бы, еще считается, что не встретили. Монтезу... Мактезума Не Мактезума, а Мактезума второй Никарагуанский Начал строить Рамаяну Это который вот а 91 ход строится Вот это Кстати у них тут восстание какое-то похоже Так, как бы мне их в одну армию Объединить, как, как вы думаете Юнит менеджер Только что же где-то открывал карточку эту армии. Групп All Units. Во, их двое ходят. Вот теперь двое. I will do as you command. Отлично. Все у нас. As you первый стэк в дум из двух юнитов. <связывая> Рядом с названием юнита вот это? Не так, это следующий юнит выбрать. Ты да, типа чтобы я не переключал, ты про это? О. Oh. Hell from The Superior Nation of Inca. Маначоча. Маначоча. Лидер инки нас приветствует. Ну-ка. Сила 3. Чтобы мне... И что мне это скажет? Вот что у него средняя сила 3. Ну, а у нас 4. То есть мы сильнее моночочий агрессивный империалист. Ну, мне кажется, надо попробовать этот город захватить. У меня такое ощущение есть. А нас выкинет за границу, если я ему объявлю войну? Или нет? Кто в курсе? Так, предложение от Инки предлагает убрать свои юниты с их территории. Я отказываюсь. Боже, какой... Ну что, откроем этих рабов? Или, или откроем лучников для начала? Давайте лучников. Если инки объявили войну нам. О, мы-то мы им объявили войну. Все, город просто уничтожен. Ну, такое. А вон, кстати, еще ниже будут сейчас какой-то город. Сейчас туда пойдем. Так, ну тут у нас юниты есть, если что. В принципе... Отзащищаемся, я надеюсь. По болотам у нас тут Фаланга бегает Звуки топ в игре О, да, слушайте, я уже про очки забыл Точно Так, ну я пока все еще фи... А, вот, эти я на океане могу построить Сеть, но это только в одном городе 20-10 20-10, 20-10 Ну давайте тут сеть построим Это у нас фортификации Нафиг нужны, это терраформировать Давайте ферму в Тель-Авиве. Тут все одинаковые, я смотрю. Так. Ферму в Хевроне. И ферму еще одну в Ерехоне. Все, очки потрачены. О, смотрите, выполз лучник. Ну-ка, смешной бой. Но тут прикольно. Видите, лучник стреляет только по ближнему бою, пока он как бы... Бли... Мехик, он защищает дальнего лучника, поэтому не надо вот разнообразные юниты использовать. Это, конечно, прикольно, но, но выглядит это сейчас 20 лет очень-очень дебильно. Да, четверка, конечно, классная. Меня, меня в четверке единственное, только не устраивают эти вот стеков Doom. Во всем остальном четверка, по-моему, намного лучше, пятерки и шестерки. То есть, э, вот еще, если бы еще четверку сделать с юнитом на один тайл, ну и не квадратики, а все-таки шестиугольники, шестиугольники постратегичнее будут, чем квадратики, то будет вообще чума игра. Майя... Э, Maya начал работу на Чечене. А у нас какие-то цивилизации? У нас ацтеки, майя, инки и евреи. Внезапно. Все, видите, только сейчас построились фермы. Так, еще одну могу. То есть они какой-то... Сколько-то ходов строятся. Давайте, наверное, уже в Иерусалиме. 25. Ну, река бонусы дает, конечно. Сюда давайте. А вот и Куска. Куска. А кого ты мне дали? Самурая дали. Прикол. И у самурая 20 атаки и 10 защиты. Пошли-ка к Инкам. Он еще и на две клетки бегает. Ну, это, конечно, читы какие-то. Building complete. Кстати, вкуска нету юнита никакого, в принципе. Так, это я тут гоплита построил. Давайте-ка я в Хеврон его отправлю на защиту. Да, реки тут как дороги работают, реально. И в Тель-Авиве, э, в Иерусалиме. Ну, продолжим Гаплитов, наверное, делать. А, он тут и так кстати, в очереди. Тогда, ладно, не трогаем ничего. As you command. Ну что, куска я так захвачу? Кстати, даже не обозначено. Столица, не столица, нифига не понятно. А нет. Ах, вы гады, вы меня подставили. Я не знал, что там кто-то в защите есть. Я, я не захвачу куска, походу. А нет, захвачу. Ее. Столица Инка впала под напором евреев. Так, ну я тут я бы тут постоял. Да, we have captured the Incan Capital City. Yeah! У uh -huh. так. Значит, я его тут в защиту оставлю. Интересно, а как с состроениями там? Кстати, я почему-то в куска не могу зайти. Походу он мне как бы. А нет, вот зашел. Так, ну с гоплетов начнем. Construction started. Да, стен тут нету, то есть, хотя там были стены, когда я атаковал город. Увеличить производство, увеличив рабочие часы. Кстати, я их, по-моему, кстати, и увеличил, между прочим. А, где бы это... Опять посмотреть. Во. А нет, не увеличил. Вот, да, увеличил. Там было 40, по-моему, а я... Не, подождите, а что я... Вот это... Я вот это увеличивал. Могу еще часы увеличить. Но это, по-моему, повлияет на счастье, да. Вот, давайте так сделаем. Там еще и счастье накапливается. Не знаю, на что влияет. Правительство я не могу поменять, да? Пока еще не открыто ничего. As Не, ну я сейчас самураем просто всю империю Куска нафиг разломаю, походу. Греки начали строить чеченицу. Причем э, лидер греков Елена. Видимо, Елена прекрасная имеется в виду. Абы, конечно, колесницы какие-нибудь. ну, по этой степени тепи ты-дымкали. Ты Мне вот интересно, лечится ли тот лучник. А, да, вылечился, вот он. А, так, как бы его разбудить теперь? Блин. Очень, очень дебильно. Ну ладно. Так, надо объединиться с самураем. Слушайте, а может его на автомат можно поставить исследовать все это? Ой. Что за звук был и что это? Понятно. as you command as you command uh Инки предлагают прекращение огня подписать. Я думаю, что мы откажем. Building complete. Так, теперь объединяем армию. И идем к следующему городу инков. что тут на... На карте вот это что за фигня была нарисована? Уровень сложности средний. В цели счетчик 500 ходов. Да, в начале партии убираешь просто... В начале партии в общих... На... В таких... Human... <laughs> kind вышел. Да, вот. Одна из первых партий в Kind. Building complete. Так, у меня там уже рабочих этих накопилось. Давайте опять что-нибудь построим. Конечно, жалко, что все ферма очень долгая. Больше ничего, кроме фермы, я ничего не могу строить. Мне неинтересно одни фермы ставить, честно говоря. Давайте вкуска. Еще. Так, 25-5-5, а тут 20... Нет, давайте на, продак... на продакшн мне больше нравится. Ух ты, греки. Но это караван, я смотрю. Это не... это, не... А, это вообще сетлеры, кстати. Ну вот с греками я бы о чем-нибудь договорился. Финикийцы, по-моему, да, тоже начали строить. У инков вообще сила единицы. Так. Что мы им предложим? Тон голоса дружелюбный. Предложить карту. Нет, попросить карту. Е. Yeah. То есть они тоже предложили э, мир в обмен на карту. Ну вот у нас Афины, э, где греки. Четыре города. Каринф, Афины, Олимпия и Спарта. То есть, видимо, у Инков тоже должно было быть 4 города. Два я уже захватил. Юриспруденцию открыли. Давайте рабов откроем и сможем наконец-то что-нибудь кроме фермы строить. Так, может тогда как будут бы вот увеличить поступление науки? На самом деле вот это меня интересует больше. Давайте я пока не буду тратить рабочие часы. Хочу шахты какие-то ну, посмотреть просто. я понимаю, что шахты, кстати, не везде. Шахты наверное только в горах и холмах будут строиться так кажется. As you а где дороги вообще? Какие-то... Так, это что за лучник тут, понимаешь? Сейчас он умрет мне. Кажется. Building Очень бы У меня даже, по-моему, урона не, не нанеслось. Та-дам. Та-да-да-дам. Так, отправлю сюда. Не понял, почему он. As you command. Бля, почему я этого юнита это никак не могу отправить? О, наконец-то. Хай тупает. Меньше зарплату будет больше наука. ускорю феодализм, построив несколько. Я уже ускорил, там 6 ферм надо. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 уже ферм. Да, ну конечно, по сравнению с современными цивами, тут все очень медленно As you command. идет. As you command. Болото какие-то же болото, я надеюсь. Да, свамп. Какой мир? Все, он уже 100 золота мне предлагает. Кстати, а лучнику откуда вот снизу откуда-то пришел. Так что там тоже, наверное, город будет. As you command. Ага, вот Мачу-Пикчу. Мачу As you command. Ну, конечно, уничтожение цивилизации с, с практически одним юнитом. Так себе показывает баланс игры. Не с лучшей стороны. Я, конечно, понимаю, что они на высоком уровне сложности играют, но даже command. на среднем это странно. Вот интересно, что они показывают, какие юниты защищают город. А, Смотрите, поселенец тут то выполз. Туц-туц и умер. Ну, Мачу-Пикчу становится... Блин, вон ее сверху <звы> город. Мачу-Пикчу становится еврейским. Великие еврейские завоеватели никого не щадят. Building Какие-то вот греческие войны меня там беспокоят. Но, с другой стороны, у меня там неплохие защиты в городах. Вкус как гоплит. Его, наверное, сюда отправим. А в Хевроне сюда сходим и следуем. Я так понимаю, конец карты, по идее. И там уже As you ничего, никаких других цивилизаций не должно быть. Все какие-то чудеса строят постоянно. As you command. Ладно, что-то у меня уже много очков, все-таки что-то как-то стоит потратить. Давайте в Мачу-Пикчу каких-нибудь этих 20, 10, 10. Тут все одинаково, короче, да? Как вы думаете, греки могут объявить внезапную войну? О, нет, он там что, через море, что ли, где-то город поставил? Вот же тараканы, а. Ой, Египет еще в игре. Это варвар, да? Ну, я думаю, что мы не будем на него обращать внимание. Так, тут, наверное, не пройти все-таки. Сюда пойдем. Да, вот так придется обходить, блин. Могут внезапно напасть. Ну building Complete. Еще и Монт... Мактезума начал от Чеченицы работать. И вот им больше нифига делать, они только чудеса строят. Может уже в городах что-нибудь другое? я помню больше нечего строить на самом деле. Сетлер 36 ходов. О, можно строить лучников теперь. Так, а в здании Баллиста Тауэрс, ну, тоже такое. А что делает суд? Минус 10% преступности. Без понятия, что это в данном случае значит. Construction started. Construction started. Ambar поставлю после Гаплита. Что тут у нас ходит. As you command. И тут давайте на всякий случай в Иерихон этого парня. Да, блин. Этого парня переведем, если вдруг греки решат напасть. У них Иерихон будет первым по пути. шахты строить сейчас попробуем так дальше наверное я просто выбираю то что меньше вот тут вот караваны давайте караваны попробуем открыть так я наконец могу шахты попробовать о на холме и в горах тоже Но они, кстати, стоят, они, кстати, стоят э, намного больше этих рабочих часов. Это три шахты поставил и все уже израсходовал, между прочим. Okay. Эти варвары за мной что-то бегут там. Они, походу, где-то спамятся просто даже без всяких лагерей, да? Просто где-то появляются и все. Тут нету лагерей варваров. Если я правильно понял. Ага, зона контроля есть. Видите, не могу, не могу просто сюда. Но мне нету смысла нападать на него, потому что у меня в защите юнит лучше. И зона контроля даже у не вражеских юнитов имеется. В защиту, в защиту. Для гоплитов уже, наверное, настроено штук 20. Слушай, давайте, я постою просто в защите, пускай он нападет на меня, а то мне мешает идти, как я хочу. Тут мы просто можно пропустить. Ладно, тоже в защиту встану. As you command. Где тут последний ингский город? Чуть не убил, сволочь. Тиран встал. Так, давайте, где? Вот он. Чемботле? Чемботе? Чемботе? этого сюда идем. Ну что, последний город? Просто захватил. Все, евреи покорили нацию Инка. Ну, я, наверное, на этом закончу стрим, потому что, ну, не особо весело, честно говоря, играть, я прямо скажу. Мне вот даже в третью или во вторую целую прикольнее. Как-то... Мало динамики развития. Вот не чувствуется этой динамики развития все-таки. Может, как-то устарело уже, что ли? Или как? Как? Ну, я понимаю, что тут я даже, ну, я даже из античности еще не вышел. Каких там... Очень мало тех даже открыл. Кстати, а вот это какая-то другая цива, по-моему, нет? Да, финикийцы. Во, мы тут финикийцев встретили, похоже. Ага, Да, похоже на то. В общем, спасибо, что смотрели. Но мне кажется, Call to Power уже немного устаревший. Я еще хочу постримить, кстати, Альфу Центавру. Так что в скорости ожидайте стрим Альфа Центавра. Это как раз э, после второй цивилизации. Следующая игра Сида была э, как бы предвестник Beyond Earth. И вообще... Там много тоже интересного было, чего потом почему-то не перешло в другие цивы. Например, э, этот ландшафт, ну, в смысле, вот ландшафт, он не, не плоский был, понимаете? То есть я понимаю, что тут тоже типа не плоские горы нарисованы и холмы, но там прям визуально вот это все было сделано. Ладно, на этом все. Играйте в умные игры. Всем пока.